И снова здравствуйте, всем привет, Blender 2.91. По ролику Алима Жилова и еще там информация была найдена именно на YouTube, на каналах, ссылки на каналы кину в описании. Хотелось бы попробовать туман и именно сделать воду. Так, как это все будем делать? Так, пока это свет отключить. N-панель, screencast key, чтобы вы видели, что я нажимаю. И первым делом, так, куб пока delete, зайдем в edit, найдем преференции и добавим именно аддон. О, это остров. Вот add mesh and landscape. Вот этот landscape. Вы его включаете, здесь ставите или автосохранение, или сохраняете вот save преференции, и он будет работать. Теперь заходим в Add, находим Mesh, находим Landscape этот. Вот получается у нас остров. Здесь мы внизу можем его корректировать, регулировать. Допустим, вот длиннее его делать в эту сторону. Так, здесь можно его чуть-чуть делать сглаженнее, по-моему. И вот таким образом корректируем, настраиваем. Вот у нас теперь появилась никакая бухта. Бухта. Так, это значит можно закрыть настройки. И давайте добавим воду. Shift A, Mesh, план. Делаем S побольше. Ну и можно немножко приподнять кверху. Вот. Типа пусть остров будет. И вот такая бухта. Вот. Чтоб корабль все можно было загнать или еще что-нибудь. Какой-нибудь поставить дом и так далее. Так, что теперь настраиваем? Теперь воду. Настраивать будем двумя способами. Так, зайдем в шейдинги. Теперь добавим новый. Посмотрим, что тут да как. Так, Ctrl-T нажимаем. И появляются у нас вот такие плашки. Так, это маппинг. Текстур, координаты. Одни можно удалить. Вот эти три. Можно теперь G вот сюда поставить. Так, вот это тоже пока не надо. Как подключить, чтобы включалась Ctrl-T, вот эта вот функция. Заходим в Edit Mode, преференции. И находим ноды. Находим, так, на английском надо переключиться. Пишем Node. И подключаем нот Wrangler. Вот это вот. И у вас будет вот эта штукенция работать. Здесь получается добавляются текстурные координаты, маппинг. Теперь нам нужно добавить Add Color Ramp. Так, вектор. Так, 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 конвертер. Вот он, Color Ramp. Добавляем вот сюда. И теперь add noise текстуры. Так, specular, color. Вот, находим noise текстуры в текстурах. И подставляем сюда. Color соединяем вот с этой функцией. Вектор соединяем с вектором. Так, теперь вот этот. Называется он генерация. Generated. Вот так все соединяем. Так, вот этот Color Ramp пока удалим и добавим Bump. Вот этот Bump. Теперь соединяем Normal с Normal. Так, пониже можно это дело перенести. И вот этот color соединяем, так, с нихт, вот этот. Теперь отключаем specular, уменьшаем вот эту функцию и добавляем трансмиссию до конца. Вот получается у нас вода. Здесь
Значит, настраиваем вот эту штукенцию, дистанция. Так, детализация можно вот побольше ставить, поменьше. Вот таким вот образом. Здесь можно по осям вытягивать вот сюда, допустим. По оси X локально вот можно делать тут движение. Здесь ставим по нолям пока. Острову добавим материал. Ну, какой-нибудь. Давайте, пусть зеленый побудет. Можно его потом раскрасить в процессе, наложить текстуры какие-то на остров. И вот получается у нас вот такая вот вода. Так, теперь можно ее заанимировать. Каким образом? Можно вытянуть здесь именно таймлайн. А можно сделать вот таким вот образом. Вытягиваем таймлайн. Вот мы сейчас на первом кадре заходим в шейдинги и прописываем вот так вот английское и. И все это дело мы прописали. Так, вот это вот можно даже не надо. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вот верхнюю и прописываем вот эту. Заходим в layout. Находим, давайте, 70-й кадр. Ставим на таймлайне сразу 70. Заходим опять же в шейдинги и прописываем. Вот здесь вот добавляем волнение 0,2. И прописываем опять же и. Вот теперь, если мы включим пробел, то увидите, что вода движется. Здесь мы можем опять же детализацию настраивать, больше волн делать, scale двигать размер вот этих волн. Что еще? Ну, здесь вот можно понизить вот эту часть и будет поменьше волн. Вот такая штука. Дистанция. Вот так, побольше волнений. Ну и в принципе все, вот вода настроена. Что нужно теперь сделать? Давайте добавим туман. В layout заходим. Так, можно отключить анимацию. И добавляем Shift A. Добавляем Mesh. Добавляем куб. Как-то это все дело. Ну, давайте пока S. Сделаем побольше вот так. И добавим всему этому опять же ноды. Так, шейдинги, новый. Вот эту теперь убираем, delete. Куб у нас стал черный. Add, добавляем текстуры. Так, не текстуры, шейдеры. Принцип к volume. Вот этот, соединяем его с volume. Вот у нас уже подобие тумана. Делаем Ctrl-T. Так, не хотят добавляться ноды. Ну, добавим так их. Выбираем вот этот и жмем Ctrl-T. Вот так, теперь они выбрались. Вот Image текстур нам не понадобится. Теперь добавляем Bump, как я хотел в начале. Так, вектор Bump. Куда-то ушел. И добавляем noise текстур. Noise текстур. Теперь все это дело соединяем. Так, этот соединяем density. Fuck. Так, нет. Color hict. И вектор с вектором. Соединяем. Так, здесь generated с вектором соединяем и, в принципе, добавляем еще смешивание. Bump
Delete color ramp надо. Добавляем. Color ramp. Color соединяем с fog. Density. И вот у нас получается туман. Так, здесь у нас настройки тоже. Scale, детализация. Можно ее побольше. Scale больше-меньше ставить. Вот. Больше будет тумана. Теперь, что здесь можно сделать? Тоже прописать его волнение. Так, здесь можно вот побольше их поставить. Поменьше, побольше тумана. Здесь детализация где-то 11, scale где-то поменьше. Заходим в layout, находим первый кадр. Заходим в шейдинги, находим, прописываем и английское. Опять же в layout ставим на 70 кадр. Находим шейдинги. Здесь добавляем по Z движение и прописываем I. Так, теперь смотрим, что получилось. Вот туман движется. И движется у нас вода. Теперь нужно настроить камеру. Вот эту. Это в layout. Семерка на numpad. Находим бухту. G, английская R. Перекручиваем. Ставим G. Ставим R. Еще раз G. Ну, чтобы воду было видно тоже. Так, как-то под уклоном. Смотрим 0 на numpad. Вот так вот остров. Выбираем куб. Можно его сделать S, scale поменьше и поставить, допустим, только к острову и как-то еще сплюснуть. Ну, вот таким вот образом. Чтобы туман был только по низу острова. Так, смотрим теперь. Заходим опять же в шейдинги. И немножко побольше их добавим тумана. Так. Так, что еще можно сделать? Scale побольше. Можно туману поставить голубоватый такой цвет или зеленцой отдавало, чтобы. Так, это что у нас тут? Смотрим 0 на numpad. Так, тумана побольше. Здесь поменьше scale. Дистанция. Вот эту еще прибавим. Ну, в принципе, все. Все настройки сделаны. Так, density. Все поставлено. Смотрим 0 на numpad. Так.
Так, тумана чуть-чуть поменьше надо. Вот так вот. Заходим, теперь смотрим. Рендер надо сделать, посмотреть, что вообще получилось на рабочий стол и формат PNG. Делаем теперь рендер, render image. Ждем, смотрим. Итак, туман отсутствует, надо его где-то найти. Почему нету его? Так, это в шейдинге. Вот так его побольше будет. Так, вот так, эмиссии чуть-чуть добавим. Так, это будет многовато, наверное. Скайл добавляем, детализации побольше. Так, это чуть-чуть поменьше. Ну вот, туман есть. Туман присутствует. Теперь нужно настроить цвет. Так, лихт. Ставим, наверное, солнце. Двенадцать тысяч.
Так, попробуем за камерой поставить. Так, ноль на нампаде, вот море не видно, темно. Туман есть, все хорошо. Попробуем, давайте вот таким вот образом теперь. Шейдинги. И добавим сюда Image текстур. Найдем цвет моря. Ну, вот этот пусть будет. И добавим Base Color. Ну вот уже что-то. Так. Ну вот все равно как-то темновато. Наверное, еще нужно свет как-то добавлять. А ну-ка попробуем. Shift D. И попробуем добавить Point. Допустим, G и к острову как-то его подставим сюда. Двадцать. Так, 2000. Так, 0. Смотрим, что получится. Но получается не очень. Так, теперь зайдем в шейдинги. Уменьшим немного тумана. И туману поставим какой-нибудь другой цвет. Посветлее или лучше. Красный какой-нибудь. Так, теперь layout. Вот так как-то. Итак, вот такой получился туман. Так, пробел. Вода вот движется, все нормально. Но цвет мне почему-то, как ее осветить можно, я не знаю. Может добавлять какой-то нот. Кто знает, посоветуйте. Освещение вообще не работает. Попробую 50. Так, о, побольше, можно даже 70 поставить. Смотрим, что получилось. Ну, вот уже как-то больше прикольней. А вот тумана надо, наверное, еще поменьше убрать. Так, тут вот эту передвинуть сюда поближе. Layout. Ну, тумана уже поменьше. Немножко остров сделаем, наверное, потемнее, как бы.
Так, а вот эти светильники-то можно поудалять. И солнце тогда немножко развернуть. Так, и камеру тогда можно как бы кверху поднять, и G поменять ей угол, наверное. Вот так как-то. Так, а что тут с островом-то? Так, Ctrl-Z. Так, и убрать ему, наверное, вот это свечение. Так, это вот матово ставим. Так, это что у нас? О! Ну, туман есть, нужно его еще немножко как-то доводить до ума. Так, вот такой эксперимент. В принципе, все работает. В шейдинге смотрим, что тут с туманом. Еще нужно поработать немножко. Отрегулировать его, сделать мягче. Так, этот можно еще уменьшить, прибавить. Вот здесь поставим 0.20. И вот теперь должен туман быть вообще классный. Так, 0. Во, вот теперь туман. Сделаем теперь ему кромку. Пусть он будет чисто по низу идти острова. Вот так вот. А сам остров пусть будет побольше. Так, повыше. 0 на нампаде. И камеру теперь нужно вниз опустить, чтобы она не видела вот эту квадратный туман, чтоб не видела сверху, а чисто горизонт. О! Вот так теперь вообще классно. Ну, вот такая штукенция. Так, давай. Так, так, так. Единица на нампаде. Уберем вот этот океан. Delete и добавим Shift. Добавим Mesh, добавим план и сделаем S. Теперь зайдем в Edit Mode, добавим Edge Subdivision и подразделим его. Английское А выделяем, опять же Edge, опять же Subdivision. И еще побольше его прибавим, хватит.
Object Mode, заходим в модификаторы, находим океан. Так, теперь океан делаем S поменьше. Вот таким вот образом. Немножко прибавляем его побольше. И можно здесь его уже поднастроить. Сначала давайте добавим в шейдингах новый и добавим Add Texture, Image Texture. И подгрузим океан, какую-нибудь текстурку, вот тут эту пускай. Так, море есть. Теперь нужно заставить это море двигаться. Заходим в layout. Так, что у нас тут со светом? Понижаем свет, допустим, 9000. Немножко его разворачиваем. О, так вообще уже прикольно. Теперь выбираем опять же океан, опять модификаторы. И вот здесь есть time, время. Нам нужно время побольше поставить. Вот так вот. Прописываем N панель. И пишем вот так вот и английское и вот здесь тоже то, что прописывается, вот время, потом random добавляем движение, сколько будет амплитуд. Так, теперь можно пену поставить, и вот здесь тоже scale поменьше, это тоже прибавляем. Растягиваем чуть-чуть. 30 метров в секунду пойдет. И вот то, что прописывается через и английскую, прописываем. Так, теперь ставим на 70 кадр. Добавляем еще времени. Добавляем size. Ну, size можно не надо добавлять. Так, 200 метров. Что тут еще можно добавить? Ну и вот эту вот случайность. Опять прописываем и английское. Ну и смотрим play. Вот у нас море волнуется потихоньку так. Надо продлить чуть-чуть до 200-го, наверное, кадра. Так, если вот так вот взять G и ставим где-то 180. Ставим 180. Ну и смотрим дальше. Вот потихоньку море теперь волнуется. Текстуру можно чуть-чуть уменьшить. Добавить еще волнение. Где-то вот тут вот. Вот так еще побольше добавить. Вот таким вот образом. И прописать. Вот теперь будет побольше волнения. Волны можно поставить побольше. Вот здесь вот сгенерировать нормально можно. Вот как вариант. Вот такая штукенция. Так, 0 на нампаде. Вот вода прибывает, убывает. Остров можно побольше сделать, бухту получше и поменьше волнения поставить. Ну и текстурку найти нормальную. И будет вообще классно. Все, всем пока, до свидания.